Главный физиотерапевт Свердловской области Владимир Михайлович Рыжкин уже не в первый раз рассказывает о приборах для домашней физиотерапии. Но сегодня он представляет прибор-профессионал, который некоторые, конечно, используют дома. Но в основном он на службе интенсивной физиотерапии. Последствия нарушения мозгового кровообращения, шейный остеохондроз, плечо-лопаточный синдром. Воспалительные заболевания органов малого таза, например, хронический простатит, поражение тазобедренного сустава, коксартроз. Все эти диагнозы можно лечить одновременно, сразу же, с помощью этого аппарата. Основной лечебный фактор – это переменное магнитное поле. Оно влияет на реологические свойства крови, делает ее менее вязкой и, значит, более текучей. Поэтому кровь лучше притекает к определенным органам и тканям. Магнитное поле перестраивает электрическую схему клетки. Оно так действует на мембрану, что продукты жизнедеятельности клетки быстрее из нее выходят. Ну а полезные продукты лучше входят в нее. Это и влияет на исчезновение жидкости, то есть на быстрое исчезновение отека. Одно важное замечание – это профессиональное оборудование, и вы его могли видеть в реабилитационных центрах, курортах или санаториях. Для того, чтобы с помощью этого оборудования помочь, необходимо точно знать диагноз и выбрать лечебную программу. В этом аппарате зашито 80 таких программ. Иногда во время лечения эти программы приходится менять в зависимости от состояния и динамики выздоровления пациента. И в этом во всем может разобраться, поверьте мне, только специалист. Итак, напоминаю вам, этот физиотерапевтический аппарат генерирует лечебное магнитное поле. Во время лечения вы можете не ощущать его действия, но зато вы хорошо почувствуете результат после. Хороший результат и надежный. Внимание! Приобретайте прибор «Алмак-01» только с 17 по 19 сентября в Первоуральске в аптеке Благодарного Тутина 37 по невероятно низкой цене.